Всем привет! Сегодня покажу свои новинки и сделаю небольшой обзор своих пепперони. Вот начну, как всегда, со своей вот этой арбузной пепперони. Зацените размер. Сидит в 5-литровом кашпо. Кашпо такое достаточно плоское, широкое. Оно не глубокое, оно широкое. Грунт я использовал Классман и Биолан. У меня есть отдельный обзор, какими грунтами я пользуюсь, поэтому все это на канале есть. Ну просто очаровательное растение. И я думаю, что я весной это растение буду омолаживать. То есть я буду брать с него черенки, укоренять их заново и сажать. Потому что уже сажать в еще больше у меня просто не позволяет место. Вот такая огромная уже лошадка выросла. Немножечко вытянулась, потому что прошлую зиму я ее досвечивал на подоконнике, но в эту у меня просто, я не знаю, куда ее даже поставить. Просто поставить некуда такую махину. Вот такая красота. Если вы захотите пепперомию арбузную, вот эту вот, Waterlow, то ожидайте, что у вас может вырасти вот такое чудо. Но растение, я считаю, полностью себя оправдывает. Стоит его заводить, потому что взгляд оно реально притягивает у меня на протяжении всего времени, что оно у меня растет. Всем рекомендую заводить. Ну а сейчас я вам покажу свои новички и покажу те пепперомии, которые у меня тоже есть. Итак, ну начну я с новичков. Новички, так вот они мои новички. Пепперомия раз, абрикос. Вот, это все голландские растения. И вот такая вот квито. С такими красными листиками. Очень интересная. И еще тоже традисканцию приобрел. Вот такая нанук. Пишут, что она при холодном содержании. У нее листики такие плотные, достаточно толстенькие. И если при холодном и ярком освещении, то у нее должен быть такой округлый и плоский стебель. Ну вот посмотрим. Пока что-то у меня не вяжется с фото из интернета вот это растение, но отличается вот от этой традисканции, по крайней мере, плотностью листовой пластины уж точно. Но будем смотреть, в любом случае наблюдать. Кстати, вот эту вот покупал тоже как белую, но поставил под освещение, и вот я не знаю, через камеру будет видно или нет, но вот этот вот листик, вот этот вот край у него розовеет. Загорел. И вот эти вот тоже два листика. Вот, буду наблюдать. Хотелось бы белую, конечно, он полностью белую. Так, ну это ладно, это традисканция. И вот такую вот еще тоже традисканцию купил. Так, это называется у нас Purple Passion. Вот такая вот мелколистная маленькая традисканция. Тоже листики такие достаточно плотные, низкорослые. Но я думаю, это все, конечно же, зависит еще отчасти от освещения, от температуры вот этой вот укороченности стебля. Вот. Ну, конечно, поставлю на стеллаж, но насчет температуры я не уверен, что я не смогу прям вот снизить. Вот будем наблюдать, как она будет себя вести. На фото мне понравилось, поэтому решил ее приобрести. Приобрел. Так. И вот эти вот две все-таки пепперомии. Я хочу на них остановиться. Приобрел вот в таких вот маленькие стаканчики. Я, наверное, даже, я не знаю, сколько, 30, может быть, миллилитров объем. Но очень такие небольшие. И вот грунт тоже такой торф верховой. Видно, что он серого цвета, без каких-то либо примесей. И вот эта вот розетка, она начинает куститься. Я ее чуть-чуть попозже пересажу. Сейчас пока я их трогать не буду. Пересаживать, дербанить. Пересажу попозже. Пока пусть они у меня постоят в этих маленьких горшочках. Поадаптируются пока в них. И вот эта красавица просто вот мне вот тоже запала. Но она... Ну, в принципе, тоже начинает так хорошо куститься. Я думаю, тоже будет толковое растение. Мне вот очень нравятся вот эти пепперомии. Именно то, что они такие пушистые, компактные, аккуратные.
Так, и хочу показать тоже свою старую пеперомию. Это вот это. Ой, вылетело название. Ну, в общем-то, это самая такая часто встречающаяся пеперомия, которую я вырастил из листика. И я недавно ее пересадил, углубив стебли полностью в грунт. Там у нее 4, по-моему, 4 розетки. Я их все углубил. И вот магазинные листья, они вот такие вот крупные, огромные. Но у меня размер листовой пластины, это максимум вот это вот. Ну, где-то вот раза в два поменьше будет, чем магазинные. Я не знаю, это только у меня или у всех так. Вот такая вот особенность. По-моему, морщинистая, просто пепперомия морщинистая называется. Ну, самая такая обычная, а вот эти вот уже от нее. Вот. В принципе, сейчас размер почти одинаковый. Так, следующую пепперомию хочу показать. Вот эту пепперомия Пикова Банда. Мне вот эта малышка-детка. Мне у нее очень нравятся вот эти вот ее листики. Сейчас вот освещение все-таки не естественное солнце, искусственное. Поэтому все-таки весь узор листьев не передается. На это тоже делайте небольшую скидку. Но очень классная пепперомия. Просто в полном от нее восторге. Маленькая, пушистая, компактная, яркая. Просто вот тоже притягивает взгляд. Просто обалденская. Вот. Любит яркое освещение рассеянное, непрямое солнечное рассеянное, чтобы свет. Вот. Ей очень будет комфортно. Тоже хорошо отзывается на искусственное освещение. Вот. Тоже растет в том же грунте, что и пепперомия арбузная. Красавица. А также вот у меня еще из листика есть вот такая пепперомия Red. Красная, с красным листьем. Тоже выращенная из листика, и вот она начинает ветвиться. Я ее поставил во флорариум, но сейчас вот для обзора я ее оттуда вынул. Хочу вам показать. Тут вот две розетки. И, в общем-то, начинает расти. Вот у нее листики прям такие ярко-ярко бордовые, даже вот в сторону черного, коричневого, такие насыщенные цвета. Ну, а вот у этой квита они немножечко понежнее, в сторону розового. Интересные пепперомии. Просто супер класс. Есть у меня тоже не так давно приобрел вот такую пепперомию. Тоже в маленьком горшочке. Это она еще подросла, была еще меньше. Так, и там не помню, сколько она стоила, честно говоря. И на меня продавщица так посмотрела, говорит, вы точно ее будете брать? Я говорю, ну да. Ну, в общем-то, у нее листики серые, небольшие, и она уже зацвела. То есть я думаю, что это что, размер взрослого растения. Вот у этой я, кстати, так и не смог определить ее разновидность. Если кто-то знает, то напишите время и как называется вот эта пепперомия, есть ли она у вас и будет ли она крупнее. Очень классно. Вот не смог найти, очень много перерыл, везде этих пепперомий пересмотрел, но вот такая мне не попадалась. Попадалась, но вот под разными именами, но конкретики я никакой для себя не вывел. Бомбино написано, но я не знаю, как оно. Бомбино — это, наверное, то, что миниатюра. В общем, будем тоже смотреть. Очень классная тоже будет, какая-то компактная. Так, и напоследок я оставил просто свою шикарную вот эту вот красавицу вам хвастануть. Это пепперомия Леди Пинк. Но Леди Пинк, у нее розовые разводы на листьях должны быть. И у меня вторая розетка, которая с розовыми листьями, немножечко подгнившая. Но уже такая досталась. И я все листики от нее укореняю. Сейчас они стоят на укоренении. Уже 2 недели я посмотрел. Там парочка сгнила, но остальные вроде бы как прижились. Но вот у этой такая вот варигатность, чисто такая белая.
без розового, то есть не попадается. Хотя вот не знаю, как, может быть, тоже от освещения будет зависеть. Тоже очень классная пепероми миниатюрная. Когда я ее пересадил, вот как-то она тоже так взбодрилась сразу под искусственным освещением и очень хорошо стала выглядеть. Думаю, что в дальнейшем у нас тоже сложатся нехорошие отношения и будем друг другу радовать. Я ее удобрениями, и она меня внешним видом. Красавица, просто балдеть. И еще хочу показать. Мне достался в подарок черенок уже очень давно, но сказали, что это бегония. Ну, ребят, посмотрите сюда. Сейчас я вам покажу. Это же цветы пепероми. Вот этот вот початок. Это же вот явный признак того, что это пепероми. И все-таки я думаю, что это пепероми. Вот такая вот необычная. У нее тоже такие плотненькие достаточно листья. Но у нее такой вот стелящийся стебель, который вот, я так подозреваю, что он стелится в природе по земле. Вот так вот укореняется и растет. Но мне вот в таком виде она не нравится. Я ее сейчас вот тут вот срежу, переукореню вот эту часть, чтобы это как-то компактно было, выглядело. Ну, цветы, естественно, я эти уберу, потому что они мне никакой декоративной ценности не несут. Вот. Ну и так как черенок вообще будет укореняться, то когда укореняется, лучше цветы убирать. Вот такая вот еще одна пепероми, как выяснилось. Все-таки думал, что это бегония, но еще у нее вот такие вот пятна, я не знаю, что это, варигантность, не варигантность, как это назвать. У нее вот такие вот зеленые вкрапления или листья такие недокрашенные. Я не знаю, я с таким ни разу не сталкивался. Обычно вот у варигантных растений, как вот у этих, да, ну вот такая пестрость на листьях, конечно, разные узоры на листьях, но в основном вот по всей листовой пластине. А вот у этой, вот этот лист, например, вот полностью бурый, хотя нет, вот они вкрапления есть. Вот полностью бурый лист. А вот этот вот как с каймой такой светло-салатовый. В общем, интересно, я не знаю, что это за пепероми. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите. Может быть, это вообще какая-то супер-пупер редкость. Вот. Молоденькие вот такие вот кучерявые. Интересные. Вот такая вот у меня коллекция пепероми собралась, еще и традисканцы начинают собираться, что-то мне как-то вот на такую вот простоту пробило. Ну, надеюсь, что вам понравилось мое видео, было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и пока-пока!